Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. На городские улицы вышли волонтеры. Их цель – узнать мнение горожан по поводу двух крупных праздников – Дня города и Нового года. В первом вопросе общественная палата хочет определить оптимальную дату проведения. Во втором – место установки центральной городской елки. Опрос начался 7 июня, он продлится до 22 июня. Значит, волонтеры машиностроительного колледжа нам помогают, проводят опрос. Они, конечно, проводят опрос в свободное время, но уже очень много людей они охватили. А также можно проголосовать на сайте Общественной палаты города. В ходе опроса респондентам предлагают выбрать один из предложенных вариантов ответа. Возможными местами установки городской елки предлагаются Центральная площадь, городской парк и территория около кинотеатра «Октябрь». А предполагаемые даты празднования Дня города – 12 июня и День нефтяника. Однако и другие мнения учитываются. Когда проводить День города нефтяника? 12 июня – День России, 1 воскресенье сентября – День нефтяников. Ваше предложение? Я думаю, что лучше разъединять их. Разные же праздники. В ходе проведения опроса на улицах города планируется узнать мнение как минимум 500-700 горожан. Сейчас волонтеры уже могут назвать промежуточные результаты, и они отличаются от того, что есть на сегодняшний день. Большинство людей отвечают довольно-таки активно, очень мало людей отвечают негативно. Большее количество на первом месте, когда отмечают День города Нефтекамск, это отвечают люди 12 июня, День России, где предпочтительнее отмечать городскую елку, а большинство людей отвечают в городском парке культуры и отдыха. На втором месте Центральная площадь, и на третьем месте это у нас около кинотеатра «Октябрь». Каким бы ни было мнение большинства горожан, члены общественной палаты пообещали его учесть и донести до главы администрации. К слову, принять участие в опросе можно не только на улицах города. Свои ответы можно оставить, позвонив по номеру 43340 или же направить по адресу электронной почты, указанному на экране. Наталья Бурова, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.